так, в студии «Купол» сегодня проходит множество встреч и множество различных подписаний различных соглашений. И вот сейчас в «Куполе» у нас снова глава Нижегородской области Валерий Павлович Шанцев, который встречается с президентом банка, Банка Москвы, председателем правления Михаилом Валерьевичем Кузовлевым. Несколько слов скажете? Мы уже встречались. Вот, и я думаю, что сейчас произойдет подписание соглашения, но несколько слов для наших зрителей. Да, мы традиционно работаем совместно с Банком Москвы по целому ряду направлений, в том числе и сегодня обсуждали не только то, что удалось сделать и подготовлено вот это соглашение, обсуждали целый ряд вопросов работы в области жилищно-коммунального хозяйства, в частности с нашим областным оператором проведения капитального ремонта, разговаривали о том, что мы есть наработки хорошие в области контроля за выполнением бюджета с точки зрения эффективности использования финансовых ресурсов. Целый ряд есть хороших проектов у банка по тому, как помогать бюджетникам тратить их деньги и, наоборот, наращивать свои возможности с участием банка. Поэтому я думаю, что сегодняшний вот наш такой раунд встреч, он поможет дальнейшему развитию взаимоотношений. Ну и старт хороший по частно-государственному партнерству, строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. Это приоритетная у нас программа, перспективная очень. Это, думаю, начало тоже только. Предварительно мы договорились и о дальнейших наших шагах. Мы на самом деле уже многие годы работаем с областью. Для нас это очень важно, поскольку для Банка Москвы работа с муниципальным хозяйством – это наш бизнес. То, что касается сегодняшней темы встречи, этого финансирования строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, мы считаем, что это очень хороший проект. Действительно, мы сегодня будем подписывать документы, говорящие о только части данного проекта. У руководства области есть на этот счет большие планы, и мы их тоже поддерживаем, готовы участвовать и в будущем. На самом деле мы очень благодарны за то, что в области такой хороший инвестиционный климат. На нашем примере мы подписали наше последнее соглашение о сотрудничестве в 2012 году, и за это время кредитный портфель банка вырос 8 раз. Поэтому мы будем и дальше работать в Нижнем Новгороде. Это очень перспективный и динамично развивающийся регион. У нас очень много наработок именно для бюджетных программ, ну и, собственно, как правильно сказали, для тех, кто работает в администрации, в бюджетных организациях. Мы еще забыли обсудить одну тему. В последнее время мы, очень внимательно наблюдая за развитием банковской системы, вдруг обнаружили, что банковская система наращивает мускулы. В частности, вот вы 8 раз увеличили кредитный портфель, а прибыль от работы банков у нас падает. Поэтому вот если бы Банк Москвы здесь бы проявил какую-то определенную волю, профессионализм, и в Москве понял, что прибыль платить надо не только в Москве, но и в Нижегородской области, мы бы этот пример протиражировали всем остальным. Если растет кредитный портфель, а прибыль падает, говорит о том, что падает банковская маржа. Это хорошо для всех. Не всегда. Мы говорим о налоге. Важному самому соглашению. Итак, дамы и господа, можно проходить. А мы присутствуем на важном и очень значительном мероприятии. Сейчас в рамках международного бизнес-саммита будет подписано соглашение между региональной управляющей компанией и открытым акционерным обществом Банк Москвы. Соглашение позволит определить взаимодействие и координацию сторон в рамках оказания финансовой поддержки для реализации инвестиционного проекта по строительству, оснащению, оборудованию и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов на территориях Арзамасского, Городецкого, Починковского районов, а также Ледовых дворцов на Вашинском и Сеченовском районах Нижегородской области. От имени акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» документ подпишет президент банка, председатель правления Михаил Валерьевич Кузовлев. От имени ОАО «Региональная управляющая компания» генеральный директор Никита Юрьевич Гурьев. Да.